четко идет последний. Вчера вот мы здесь закончили. Поиски, то есть вчера как-то было темно, и он довел меня до дома, но мы не прошли дальше. То есть это хорошо, что я вчера на этого мужика не наехал. Просто замечательно, потому что сегодня утром по светлу уже мы пошли, и вот мостик сейчас здесь за моей спиной находится, вот он мостик. И собака меня привела, вот там четко следы видно, что заход оттуда, а там дальше гора. Это или деревенский какой-то приходил, тут шарился, или соседнего СНТ. Но поселок, в общем, у нас находится вот там, вот он начинается. Мы еще по дороге прошли, еще несколько дач таким же образом через забор человек залез, скрытые были. Ну, сейчас я еще вот здесь вот по этому мосту пройду дальше. Но вот собака меня четко по следу сюда привела. Ну, вот так вот. Вон мы от моста сейчас пошли. Вот они, следы его идут. Дагбар. Ну, что-то мне в болото в это лезть неохота. Ну, видно, что человек пришел вон оттуда, из-за горы. А там деревни и соседние дачные участки. А тут вон болото, мне еще промокнуть сейчас здесь не хватало. Ладно, ущерб не такой большой. Следствие вели знатоки, мы его продолжать уже не будем, это следствие. Пусть он заберет с нашими вещами все наши проблемы себе. Вот так вот.